Немножко помучаем нашего варана. Вот он уже даже сидеть не хочет. Видит камеру, значит, что-то с ним будут делать. Что с ним будут делать? Будем его мучить. Мучить едой. А если точнее, вкусными, сочными, размороженными мышками. Вот у нас одна мышка. Как он держится прям. Опа. Упали. Хочет кушать. И снова падает. Эх ты. Но жажда мяса перевешивает неудобство. И сейчас еще одна подушка полетит вниз. Давай. О, все. Буквально все переворошит. Опа. И снова падает. Мучение. Мучение. Господи, он как-то не туда смотрит. Давай уже приди в себя, хватит смотреть сверху вниз. Мучение, мучение, да. Мучаем, мучаем, не даем. Давай. Покажи людям, на что ты способен. Боюсь, от сплошной лохмотья останутся. Сейчас все, абсолютно все с кресла спустим. Даже покрывало. Давай, давай. Давай. Постарайся. Для того, чтобы поесть, нужно постараться. Издевается, да, издевается. Не дают схавать. Ну, теперь уже ничто не помешает ему. Оп, почти достал, почти достал. Мышка болтается. Бедняга. Молодец. Поймал, наконец, одну мышку. Ну все, ешь. Что ты там? Что тебе подергать нужно? На один комок, мышка. Но у нас есть еще одна. Еще немного веселья. Сегодня у него разгрузочный день, поэтому... Поймал.
Сейчас покрутим. Ага, шипит, не нравится, что отнимают. Ну так давай ешь. Все, на один хомок. Он у нас уже крупненький, 80 сантиметров в длину. При этом растут они почему-то именно не тогда, когда им даешь много мяса, которое содержит кости, а именно тогда, когда даешь много кальциевого порошка. То есть на сверчках, обогащенных кальцием, он растет гораздо быстрее, чем вот на мышах, на цыплятах сырых. Ну ладно, мне поправлять кресло, а ему идти домой. Все, сейчас включим ему немного дополнительного света, и он будет отдыхать. До новых встреч. Стэнли прощается с вами.